Итак, мы в центре Москвы. Сейчас пойдем по улице Остоженко. Выйдем на Садовое кольцо. И потом уже пойдем по Пречистенке. Покажем вам очень красивые дома. Дом под Рюмкой. Дом Перцова с майоликой, вышедший как будто из сказок. Такой красивейший дом. Дом украшен балконом в виде избушки. Красота прям неописуемая. Различные животные сказочные. Украшен майоликой. Дом находится на Курсовом переулке. Внутри какие-то здания. Вот как он выглядит со двора. Расположен этот дом на набережной Москвы-реки. Такой красивый вид. И Кремль. И фабрика «Красный Октябрь». Конфетка, шоколад. И корыто какое-то, башмак едет. И Церетели Петру Первому. Вот он, этот дом. Здесь заседала временная, не временная, а люди, которые, профессора, академики, которые были за временное правительство. Видим дома богатых купцов. В одном из них Генацуале какой-то холл, ресторан. Доходный дом архитектора Кекушева. Знаменитый архитектор. Просили его строить дома, проектировать. Он во всей красе, это дом архитектора. А далее мы видим домик в виде замка, похожий на замок. Это дом жены архитектора Кекушева. Сейчас подойдем поближе. Дом жены архитектора Кекушева похож на средневековый замок. Кстати, фигуру льва где-то лет 100 назад вернули на место. Ее долго здесь не было. Красота неописуемая. Дом этот долго не строился. Сначала здесь Сава Мамонтов, меценат, миллионер, который построил все железные дороги здесь в Москве и в Подмосковье. Хотел строить себе какое-то предприятие на этом месте. А потом, после его банкротства, Кекушев решил построить вот такой вот красивый замок. Тоже
же еще один дом Кекушева, архитектора, особняк Лыжина. Красота. Вот это, друзья, дом, глядя на который, архитектор Гауди нервно закурил в сторонке. Красота просто вообще. Вот такая вот красивая Остоженка улица. Всем советую по ней прогуляться. Похоже на новодел, но тоже красивое здание. По периметру мозаика выложена, красота. Чехов дом такой интересный. Красота. Музей Тургенева. Еще один дом, словно вышедший из сказки. В русском стиле построен. Красота. Вход такой, как будто ларец. Такой древнерусский стиль. Изразцы тоже в русском стиле все сделано. Очень красиво. Красивое здание. Сейчас здание внешней разведки. Красота. Там памятник Фитину стоит. Восстановленная вывеска древняя. Артель хлебопек булочная. Жилой дом Ермолова. Красотища. Балкончик такой красивый.